З днем лета, перший день лета в Вінниці. Тепло, шикарно, комфортно. К вечеру, правда, пасмурно, так слегка, а днем сонячно, легкий теплый ветерок. Ну и на завтра анонс дуже важливо. Увага, увага, ахтунг, ахтунг, внимание, внимание. Триатлон, Вишенский парк, вот именно здесь, сверху и вокруг озера будет трасса, бег, велосипед, плавание, Могилевка. Оттуда триатлонисты прибывают сюда на Вишенку. Будет дуже цікаво и интересно. Орешка в качестве судьи участвует на этих змаганиях. Я запрошую, буду на перекрестке Юность и улица Андрея Первозванного. Масштаб змагань громадный. Более 200 участников, представляете, будет участвовать. Судьи также около 50. Это задействованы и байкеры, мотоциклы, и катера, лодки для плавания, и велосипедисты, и много-много ресурсов, как живых, так и технических, будет задействовано. Ай, на мою удочку. Бычки. Назад, назад крутите, назад. Да, туда, назад. Будет задействовано очень много-много людей. Это будет очень грандиозно и цикаво. Если помните, в прошлом году Горишко в Белой Церкви на такие ездил змагания, также в качестве речка Рось у нас была на экранах, мы видели. Потом Могилевка была также в августе, мы участвовали, Орешка участвовала, и завтра будет здесь. Также я готовлю все же запись онлайн, вряд ли, это сложно, тяжело, да и не всем интересно бывает. А запись, интересные моменты, змагань, также будет дуже цікаво. Так что запрошую, дорогие, ну, кто здесь в Вінниці, посмотреть, да, жильем. Ну, а если не получается на расстоянии, тогда уже на страничке «Спорт-спорт Горишко». Так что будет дуже цікаво и интересно. Сегодня же субботний день, вот очередь, дети, хорошо, что вот так приятно и интересно. Я же в полном комплекте, благодарю также Vodafone и Лайф за акции на использование интернета, телефона. Также и прикольно, круто. И без поклевки, пассак сухой, ну, правда, сомики были. А, и красноперочка ушла, слетела с крючка. Так что все интересно и хорошо. Давайте до завтра. На сегодня репортаж окончен. Горишко, с любовью, та душой. Чао-чао. Счастливо. Пока. Оп, молодцы, улетели. Ну и погода на завтра также по прогнозам шикарная. И очередь, черга, видите, надо в будний день, если получается, пораньше приходить. Орешек, не блядь, не снимай. Пока.